Израиль открыл полевой госпиталь во Львовской области на территории местной школы. В него входит отделение неотложной помощи, родильное отделение, больничные палаты, лаборатории и рентгеновский кабинет. Накануне туда прилетели 60 израильских медиков. Еврейское агентство «Сахнут» сообщило о старте программы «Алия-экспресс», призванной увеличить количество прибывающих в Израиль новых репатриантов до десятков тысяч. Она предусматривает упрощение проверки права на алию сотрудниками «Натива». Объединение израильских отелей обратилось к правительству с призывом предоставить беженцам и репатриантам из Украины временное разрешение на работу и объявило о готовности принять более 5000 человек.